привет, с вами Калина, и сегодня мы тестируем мой луч. Я только начал готовиться, и моя форма приблизительно процентов на 60 сейчас, и мы посмотрим, насколько он сильный, и сравним с показателями, которые будут через 3 месяца. Приятного просмотра. Мой блочный тренажер, верхние плитки по 10 кг, нижние по 15 кг, вес приблизительно 3 к 1, то есть 15 кг, самый вес плитки, а на выходе это 5 кг, все перемерил на специальном приборе. Сейчас у нас на тренажере 35 кг выхода. Очень легко. Блочном тренажере 40 кг. Уже тяжелее, но идет. Так, сейчас у нас вес в 13 плиток, а это уже 50 кг. Хорошо, зашло, можно больше. 60 кг. Это у нас 15 плиток. Это тот вес, который у меня был перед злотым туром в 2018 году, который я еле-еле тянул. Итак, серьезный вес 65 кг. Это 16 плиток. Итак, сейчас было 65 кг. Мой лучший результат, который я делал, это 70 кг. Очень легко. Сейчас вы увидите видео, как я это делал. Сейчас попробуем зафиксировать 65. Если зафиксирую так, как в первом подходе, то можно сказать, что мне еще немного осталось для того, чтобы сделать лучшую форму. И даже больше. Скажем так, 60 кг. Результат на сегодняшний день 65, очень много.